Доброго времени суток, дорогие друзья, с вами Лысый Петр, и это Outlast 2. Первую часть мы с вами прошли когда-то, а теперь наступила часть второй. Берем нормально, ну да, пусть будет нормально. И начинаем проходить эту охрененную игру. Так, Лин Лангенбранд занимается журналистическим расследованием убийства беременной женщины, произошедшего при невероятных обстоятельствах в одной из деревней Аризоны. Вы Блейк Лангерман, ее муж, помощник и оператор. Снимаете все, что видите. Ни один из вас не умеет драться, чтобы справиться с ужасами, ожидающими вас в пустыне. Единственные варианты – бежать, прятаться или умереть. Всего три варианта, но окей. В этой игре очень много записок есть. Ну, я даже не знаю. Может быть, я буду читать какие-то, может быть, какие-то не буду. Пожалуйста, Блейк. Где ты? Мне страшно. Он идет. Пожалуйста, Блейк. Он здесь. Пожалуйста, Блейк. Отстаньте. Быстро. Господи, Блейк, ты действительно спишь? Я не сплю. Тебе стоило поспать прошлой ночью. Мне нужно было организовать съемку этой больницы. Ты произносил имя какой-то другой женщины. Что? Когда ты спал? Кажется, Джессика. Ты знаешь какую-то Джессику? О, нет, то есть... Мне снимает Джессика Грей из моего детства. Ах, да, я не вспомнила о ней уж очень давно. Мы пересекаем границу резервации. Ты сказал, нужно искать что-то вроде завода? Да, ага. Можем попробовать, но тут ничего нет. Тут вообще ничего нет. Меркурий в крови той женщины. Она должна была провести не меньше 10 лет рядом с каким-то большим заводом. Ну так, как скажешь, ты мне за это платишь. Нам нужно записать вступление, когда мы будем на месте. Это важно для кино, конечно. Не могу регулировать диафрагму, когда на меня что-то там. Звук будет ужасным, нам придется... Черт. Извините, ребята, левая панель плоховато реагирует, но все в порядке. Это было круто. Сделай мне максимально обширный пейзаж. Понял. Все в порядке. Красная кожа, желтая кожа, красная кожа, желтая кожа. Хавай сух пай, хавай сух пай. Хорошо. Так. Я Лин Лангерман с новостями для завтра.нет. Мы прилетаем над резервацией индейцев Хавасупай в центральной Аризоне. Мы ищем информацию о происхождении... Слушай, Лин, не думаю, что стоит говорить жертва-убийца. Мы не знаем это наверняка. Лучше сказать, что она сама себя задушила. Ну так, так написано. Мы можем поставить перед интервью... Да! Какой быстрый текст! Думаю, нам тоже стоит упомянуть о плоде, то есть о том... Здесь давай попробуем версию, которую мы сможем использовать в качестве вступления. Хорошо, можно. 2 недели назад была найдена молодая, босая и беременная женщина, которая в одиночку бежала по пустынному участку шоссе в сотнях метров от ближайшего... Ой! Мы потеряли двигатели. Блин! Блин! О, боже мой! О, черт! Держу! О, боже! Ой! Как близко лицо. 300 метров, 240, 150. Пожалуйста, Блейки, не хочу. Не отпускай, Лин. Мы потерпели крушение. Outlast 2. Ну, я могу сразу сказать, что эту игру прошел я уже как раз вот недавно. И решил записать ее. Игра просто топовая. Да она реально офигенная. Ну, вот, в принципе, мы. Так что, я думаю, вам тоже понравится. Хотя, мне кажется, много кто уже прошел ее. Но кто не прошел и смотрит ее на моем канале, добро пожаловать, мы ее проходим. Карта США. Никаких спойлеров я давать не буду. Буду проходить как будто в первый раз. Потому что я уже забыл, что было в начале, так что нормас. О! Мы тут не одни. Вот мы очнулись.
Тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык. Ни хрена себе придавило нас. Да. Лин? Ну что ж, начинаем прохождение. Воу. Фух, испугалась тени своей. Так, я вернулся, и мы продолжаем. На протяжении всей игры я, скорее всего, тупить уже не буду, потому что я уже как бы прошел, ну и вам так будет легче, что я без тупизны буду проходить ее. Опа. Оп. Паркур. Так. Ну, это очевидно, даже, наверное, не буду озвучивать. Всякие очевидные вещи я озвучивать не буду, только там какие-нибудь голоса и все такое. Так, сейчас заснимем для нашего фильма. Все. Все, вот у нас есть. Тут сейчас у нас игра как псевдодокументальная. Так вот, это камера, которая будет нас постоянно спасать. Есть жанр фильма псевдодокументалистика. Вот мне она очень нравится. Вот как раз и игра в таком же стиле. Охренеть, ему штаны сняли. Блин. Капец, жестко. Это случилось не при крушении, черт. Да, такие фильмы, как, например, «Искатели могил». Надеюсь, так он называется. Подверни, что там? Ничего. Или «Репортаж». Ну, конечно, только самая первая часть. Вторая тоже более-менее, а вот уже остальные какие-то, ну, не очень. Вау! Ой. Так, там что-то есть. Еще фильм «Монстра», но он мне не особо понравился, потому что там даже этого монстра было не так уж и много видно за весь фильм. Начинается сильное ветруганище. Эй, я заблудился. Я ранен. Никто не отвечает. Здесь кто-нибудь есть? Пожалуйста. Эй, эй, приятель. О, дерьмо. Блин, да ты же... Просто так вышло. Ладно, мы это читать не будем. Прочитаем это, может быть, на паузе. Или, например, перед каждой серией там будут, например, открывать и читать. Что-нибудь типа такое придумаем, короче. Ну, сейчас читать не будем. Воу. Жестко. Жестко, жестко, конечно. Вау! О, привет! Лжец и отец, лжецов, лжец и отец, жильцов. Жильцов? А, я говорю, лжецов. Ничего не видно. О, я знаю, что ты здесь! Лопоухий. Продолжаем двигаться. Очень атмосферная игра, вот реально. А, открыть можно? Кто-то кричит. Все, сфоткали.
Мы можем прятаться. Бери батарейки. Нам они пригодятся. Вау, а вот такое не записывал. Что-то новенькое. Плюс 100 к внимательности. Так. Вау, черт. Я же говорю, что я не все помню в этой игре. Капец. Блин, аж себе в глаз тыкнул. Угу. Нормально так я, блин. Закрыто. Опа-на. Кто-то дверь закрыл за мной. Какая нагнетающая. Не то что музыка, просто бум-бум. Кто-то следит за мной. Кто-то мной заинтересовался. Сатана in the end. Сатана, что-то там, бог. Бум, башкой. Записон. Вот, так это здесь для этого, для Иисуса. Ясли. В чем дело? Вау, да. Жестко. Хо, лошадка. Качели как в Silent Hill, в Silent Hill, в Silent Hill, что я вообще несу? Так, ладно, меняем. Проползли. Крещение. Чего? Блин. Черт. Свалим. И куда бежать? Не успела. Длинная это. Насколько помню, ее зовут. Как это он зовут? Марта, Марта, точно. Это была Марта. Вот она будет нас преследовать всю игру еще. Блин, надо показать вам хотя бы. Вот я даже не показал как-то. Так. Двигаем. Вот так. Ты ненавидишь его, господа. Ты ненавидишь его? Опа-на! Мы провалились. Боже! Вот она! Запомните ее. Бог, чтобы я умер? Хорошо. У нее чертовски хорошие размеры. Привет, батарейка.
кто-то идет. А, под кровать. Вот кто-то здесь есть. Вот они ходят. Они меня ищут. О боже, голова! О боже, голова! Что за черт? Где? О нет, папочка! Папочка, помоги! Надо сваливать. Записка. И спросил его. Я сказал, боже, ты ненавидишь нас, Господи? Ты ненавидишь этот мир? И знаете, что Бог ответил? Бог ответил Моисею: «Я тот, кто я есть, и в этом вся суть». Мы противостоим Антихристу. Если мы хотим победить его, мы не можем быть просто как Иисус. Нам нужно быть Богом. Атмосферненько. И сейчас Бог прислал нам эту женщину. Лин. Вот черт. Падающий с неба, как меч. Оцените шутку. Так. Отпираем. Идем за ней. Выслушай меня, пожалуйста. Мы разбились, мы... Ребенок, ты уже доказал, что твой язык несет... Отдай мне все, чем владеть. Отдай мне свою жизнь. Капец, слишком много текста. А вот и ключик. Войди в меня, Господи, пожалуйста. Твой ребенок избранный. Она вынашивает Антихриста. Враг затаился в ее чреве. Черьмо. Вавилонская... Мать блудниц и ужаса всех их землей блокируется. Так, мы здесь можем спрятаться. Убери с меня свои чертовые руки. Ну да, скрыто. Лин! Вот она! К ней! Как ты? Господи, Блейк! Ты в порядке? Нет! Что за черт? Я не знаю, вот дерьмо. Нужно бежать. Там. Вау! Лин, куда мы идем? Подальше сюда. Куда, ну, куда угодно, только бы не здесь. Валим.
О боже, живот. Что такое? Больно. Что-то не так. Черт. Нужно остановиться. Мне просто нужно... О боже. Святой Иисусе, Лин, что тут происходит? Я думал, ты умер. Когда ты упал, я подумал, что мы все умерли. Все хорошо, я здесь. Нам нужно выбираться отсюда. Боже, что они сделали с тобой? Я не могу говорить об этом. Лин, дети, у меня есть новости. Нелегкие, но славные. Сегодня вечером, спустя все эти годы страдания, наша вера была признана. Женщина, которая сегодня пришла к вратам храма Тростяного мира, принесла с собой нечистую ношу, которую мы ждали все это время. Она носит ребенка в животе. Я лично осмотрел ее, и, похоже, это правда. Он сумасшедший. Они все нахрен сдурели. Пожалуйста, Блейк, я просто хочу выбраться сюда. Дьявол ее в животе, и она среди нас. Как и супруг, который влил свое семя в ее мерзкий сосуд. Найдите их, убейте их. Окропите землю их кровью. Они натравливают на нас. Вырвите дьявола из ее чрева. И раздавите ее каблуками. О боже, назад! Мы вам не навредим. Охренеть, они психи. Богу нужен ребенок. Ох ты, блин! Лин, отстань от меня! Отвали! Нет, ублюдок, отвали от нее, ублюдок! Не трогай, убери от нее руки! Лин! Охренеть! Еретики! Вторая группировка прибыла. Я смотрю, как мой отец твоего бога до смерти. Лин, стой! Нет, подожди, не надо, нет! Ради всего святого, дерьмо! Заберите ее домой, я хочу разделить свою любовь с отцом. Ублюдок! Бог не любит тебя, не то что я. Да, любовь моя. Ах, мать у нас. Думаю, мы еще увидимся. Спасибо. Вот дерьмо, Лин! Лин! Да, нам хорошо так прописали. Господи, боже мой. А, кто это был? Они назвали себя еретиками. Они звали Лин матерью? Это не просто культ. Но две стороны. Христиане и что-то другое. Ладно, ребята, на это мы закончим. С вами был Лысый Петр. Это первая часть Outlast. Всем удачи и всем пока.